Сегодня в нашей гимназии был день открытых дверей, и все, что я сумел и успел снять на камеру телефона, я выкладываю в интернет, чтобы люди могли более полноценно познакомиться с жизнью этого замечательного учебного заведения. Я не хочу комментировать. Все само говорит за себя. Вот папа пришел учиться, придешь со своим к нам? Ребенком, учеником, а рядом с ним потенциальный ученик. Это наша библиотека. Меня встречают читатели. Они... Здесь, конечно, не все представлено. Книжки на руках у детей, учебники на руках у детей. Но есть и то, зачем они сюда приходят регулярно. Здесь и литература для родителей, и для учителей широко представлена. Все необходимое для того, чтобы дети научились читать за и думать. За книжками пришли. Ага. Вот мальчик выбирает, что взять. Методический кабинет по православному образованию. Это наш кабинет, где мы встречаемся, где представлены дидактические, методические материалы, помощь педагогам, учителям, которые преподают предметы с духовно-нравственным компонентом, православным компонентом. И любой учитель может прийти и воспользоваться теми материалами, которые здесь у нас находятся и постоянно обновляются и накапливаются. Это и периодика, и миссионерская литература, и непосредственно уже методические пособия для ведения уроков. Вот такой раритет стоит на полке. Здесь же проводятся и совещания. Это наши рабочие места. Каждое утро дети собираются на молитву перед началом учения. Бывают и опоздавшие, потому что ездят из дальних районов города, и не только города, но и пригорода. И есть ученик, который каждое утро приезжает из Гороховца в молитве. Участвуют и учащиеся, и учителя. Читают молитвы учителя, и дети участвуют в этой молитве своими сердцами. Это коридоры нашей гимназии «Переменка». Мы поприсутствуем немножко на уроках в одном классе. Урок истории. Посмотрим на атмосферу занятий. Вот еще занятие не началось. Детки отдыхают. По гимназическому уставу все дети должны приходить на занятия в одежде установленного гимназического образца. Так называемая школьная форма.
в евангельской притче о брачном пире и брачной одежде Господь Иисус Христос говорил именно об этом. Выдавались хозяинам брачного пира, гостям халаты одинаковые, под которым можно было скрыть как свою нищету, так и свой достаток. И гости чувствовали себя спокойно и равными, ощущали себя среди всех. Картины галереи учебные из репродукций шедевров мировой живописи. Учащиеся готовят презентации и проводят экскурсии. Таким образом, они учатся правильно формировать мысли, излагать ее устно. Родители пришли, воспользовались возможностью посмотреть на учебный процесс изнутри, потому что в обычные дни это не разрешается. У меня будет хорошо, а то пусто, да? Открытая дверь кабинета нашего директора Ольги Владимировны Лушиной, где расположена молитва перед началом работы. А вот и она сама, послушаем, что она расскажет. Они мне нарисовали радость. Беседовали об Иисусе, о силе молитвы, а потом перешли к радости. Просто вот смотрите, ребятишки, я говорю, тут слово «радость», как они понимают. Осокина – это море, лето, друзья. У нас Ледникова – радость, радуга. Здесь тоже лето, радуга. А здесь зима вызывает радость у Латы Воробьевой. Это весна, расцветают деревья. Это тоже радуга. Сейчас вам покажу, у меня есть очень интересный. Вот, например, Соловкин Михаил. А для меня радость, когда моя семья вместе. Мы сейчас были мама, на уроке папа, у Светланы Михайловны. Там о семье была, ага, была речь. Видно? Вот радость вот для меня, когда мы все вместе. Интересно, Кобзев Даниил, папа, председатель родительского комитета. Для меня радость, когда улыбается мама. Представляете? То есть вот такие вот, ага. Для Влада Филянина, это когда расцветает первый цветок на лугу. Ага. Для Ланько лето, я на велосипеде. Баталова Аня, тоже радость. Весна цветы, весна радуга, весна радуга. Сейчас вам покажу необычное одного мальчика. Солнце у Ивана Абрамова, это есть радость. Это тоже радуга. А у Баканова Николая тоже моя семья, когда вместе это радость. А вот посмотрите, радость у Полякова Дима. Я люблю побеждать. Первое место. Для него это радость. То есть единственное. Я говорю, Дима, а кого ты, кого или что-то? Он, а во всем, когда я что-то победил, преодолел, для меня это вот радость. Вот, так что вот. Так интересно. Хорошо. Самое главное, говорю, самое простое и действенное. Впереди пост, это молитва. Мы с ним повторили молитву Серафима Саровского, Иисусову молитву. Вот она. И тогда никакой враг нам не страшен. Вот это мы поделились. Да будет радость. Не здорово. Ой, ну нравится. И родители ходят. И сутки ходят. Очень хорошо. Сейчас Вот сейчас на уроке истории, который ведет Кованова Лариса Владимировна. Опытный педагог с 16-летним стажем. Здесь перемешку и фотослайды, и видеоматериалы. Все, что я успел отснять. Поговорим о восточнославянских племенах. Вот начало, да, поселок восточнославянских. Как люди начинали обживать земли, где они строились. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Марина сейчас нам как раз прочитала о том, в классе интерактивная доска, который умело использует педагог. Нужно сказать, что в гимназии очень широко используются инновационные формы ведения урока, интерактивные доски, компьютеры, все, что помогает детям лучше усваивать материал, педагоги применяют. Согласитесь, не каждый день у родителей есть возможность увидеть, как им преподают. Как преподают для их детей те или иные предметы. Поверьте, здесь нет ни пафоса, ни наигранности. Я бываю на уроках. Дети уже привыкли ко мне, и они ведут себя совершенно ровно и одинаково. Ну, при наличии гостей чуточку спокойнее.
получил свое название от... А так, как обычные дети на уроках. Итак, скажите мне, пожалуйста, почему учение это называется шалят и хулиганят? За что, конечно же, получают соответствующие замечания не только от учителя, но и от духовника. Дети с большим интересом слушали и рассказывали об истории древних племен Руси. Как в любой школе, классе, наглядные пособия, которые формируют мировоззрение будущего гражданина и патриота. За качество преподавания говорит тот факт, что гимназия с блестящими результатами получила государственную аккредитацию на дальнейшее развитие. Восточные славяне. А пока вы обвели границу, вот она показана, смотрите, вот она, да? Вот эта зеленая часть, это и есть граница нашего древнерусского государства, которое было вверху. Итак, чуть-чуть вот так. Внукова Людмила Николаевна, педагог высшей квалификационной категории. С детьми в игровой комнате. И наглядная агитация о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, об угрозе терроризма, по гражданской обороне. Все эти необходимые стенды, как в любом детском учреждении, у нас также присутствуют. Это газета, в которой рассказывается о том, как наши дети принимали участие в рождественских чтениях. С большим успехом они всегда выступают со своими презентациями. Сейчас мы с вами будем на уроке Вязгиной Светланы Михайловны. Это учитель начальных классов с педагогическим стажем более 30 лет. Она преподает очень интересно, творчески, или, как сейчас говорят, креативно, в чем вы сможете убедиться сами. Я умолкаю и оставляю вас наедине с учениками. Буду надеяться, что вы получите такое же удовольствие от урока, как и я получил его присутствие на нем. Дружелюбные, какие мы с вами работоспособные, все смотрим на меня, все успокоились, не волнуемся, все как всегда. Договорились? Да. Договорились. Итак, ребята, я открываю нашу доску. Так мне хочется сказать, конечно, название сегодняшнего урока, но пока я сделать это, видимо, не могу. Оно у меня, посмотрите, закрыто. А открыть мы можем только тогда, когда расшифруем то, что написано на доске. Как могла, зашифровала. Посмотрите-ка. Итак, давайте принимаем руки, да, работаем. Что зашифровано на доске? Вот это слово спрятанное. Ну-ка, Саша. Семья. Вот это слово, Саша. Давай. Мама. Мама. Согласны? Конечно, садись, Саша. А вот это слово, дети-то. А вот это, ну-ка, Настя. Папа. Папа, согласны? Да. Молодцы, как я не старалась. А вот это точно, наверное, не отгадается. Давайте посмотрим. Ой, Никитка, давай. Ну-ка. Дедушка. Дедушка, точно. Давайте вот это слово. Я тут, правда, букву где-то уменьшила, где-то повыше сделала. Давай, Жень. Брат. Брат, точно. Вот это слово. Немножко вас перехитрю. Ну-ка, Данюк. Сестра. Сестра, согласна. И оставила вот это, дети, слово. А оно, смотрите-ка,
как цифры расположены, вот по таким цифрам. А, да-да-да. И это слово надо прочитать. Что это за слово, Дим? Бабушка. Бабушка. Совершенно верно. Садимся. На меня глаза. Глаза, если глаза не работают. Мама, папа, дедушка, брат, бабушка, сестра. Как сказать, ребята, это одним словом. Одним словом. Кто это? Это семья. Совершенно верно, ребят. Все эти родственники называются одним словом. Семья. Ну, раз уж мы такие с вами молодцы отгадали, я могу открыть тему сегодняшнего урока. Даже я бы сказала, ребят, это не просто тема, это целый раздел. Не только сегодня будем работать, а на протяжении нескольких уроков. Как называется тема сегодняшнего раздела целого, большая тема. Люда, прочитай. Семья и я. Совершенно верно. Семья и я. Самое главное, ребята, у человека это действительно семья. Как вы думаете, почему так говорят, что без семьи человеку плохо? Как вы думаете, вот задали вам вопрос, да? Почему без семьи будет вам плохо? Как ты думаешь, Кристина? Ну, я думаю, что не будет близких, никто не поможет. А с другим человеком, кому тебе будет очень плохо. Какие слова, да? Никто не поможет. Будет с чужим. Значит, семья – это родные. Плохо. Садись. Кто по-другому? Что ты еще хочешь сказать? Саш, давай. С чужим человеком никогда не будет теплее. О, теплота. Семья – это теплота. Садись. Еще какое слово? Смотрите. Забота. Тепло. Еще. Кто еще хочет сказать? Для себя, Жень. Семья. Ну-ка, давай. Семья. Что здесь семья такая великолепная, большая? Давай. Что у тебя для тебя эта семья? Не бойся. Чего ты? Что для тебя? Настя, что для тебя семья? Вон мама твоя сидит. Это мои родные и близкие. Это твои родные и самые близкие. Люд, что для тебя семья? А мне дороже золота. О, да, ну, Люда молодец. Семья дороже золота. А оказывается, не так золото, не то золото, которое блестит, а как у вас семья-то, это и есть то золото. Молодец, Люда. Хорошо, ребят, вот сейчас Настя Костелина прочитает нам небольшое стихотворение, раз мы говорим о семье. Давай, Настя. Ответное чудо есть семья. Семь драгоценных светлых я. Они как ноток семь дружны. И все красивы и важны. Совершенно верно. Садись, Настя. Итак, ребята, семья. Вообще, в одиночку человеку жить плохо. Не то, что плохо, даже не умеет. Семья, это слово, ребят, для вас очень знакомо. Это как хлеб и вата. Правда? Семья, это там, это папа, это мама, это бабушка, это дедушка. Это все родственники. Это семья, это где вас ждут. О вас заботятся. Семья – это привычки. Семья – это, ребята, и печали, и невзгоды, не только одна радость. Семья – это то, что самое дорогое на свете. Ну вот когда вы немножко будете постарше, мне кажется, вы поймете еще лучше, чем сейчас. А сейчас, ребята, у меня здесь, смотрите-ка, столько пословиц в народе о семье, мы разделимся на 4 сейчас группы. И так вот, посмотрите, я вам дам пословицу, вы должны собрать пословицу и прочитать пословицу. Ну-ка, давайте делиться на 4 группы, давайте, ну, мы с вами сами разделитесь. Нет? Помочь? Вы чего сидите? Нечего стесняться. Чего? Гостей боитесь? Что вы? Ну, гости, они только пришли и ушли. Так? На 4 группы, на 4. Давайте. Так, идите первый. Первая группа, идите сюда ко мне, хватит, идите сюда. Вот ваша, садитесь прямо тут. Так, я тебя вас кидаю. Так, собирайте. Так, вторая. Идите, девчонки, сюда. А вот к Насте, не надо, к Насте. Это ваша, сейчас я вам забираю. Собирайте. Так, это ваша. Мальчики, собирайте, девочки. Так, помогите. Одна и начинает. А вот сюда.
Все хорошо. Хорошо, сейчас буду вызывать по группам. Давайте, сейчас будем. Руку. Так. Вы там все, первая группа? Нет. Нет еще? Ну все. Так. Все. Помогите. Оксана, там, может, кто там у них. Помогите. Ага. Давайте. И будьте участвуйте. Пойдем поможем. Да. Ну давайте, девчонки, готовы? Да. Выходите сюда, вот вы. Давайте. Берите каждый. Кто первый слово берите, кто сразу два берите. Так. Вот. Как будете читать? Где первый? Вот. Так. Настя, ты тоже начнешь? Все. Ребята, Кирилл, все. Ну все. Первое слово дерево. Хорошо. Кристин, хорошо, они запомнили тебя. Они, все будет хорошо. Давайте послушаем. Все. Давайте послушаем. Итак, первые ребята, да? Первые пословица о семье. Ну, давайте. Как она звучит-то? Ну? Не прячь свои удачи от родителей. Еще раз и погромче. Подожди, Саша, мы не слышим Люда, она не говорит так, как с вами, Михаил. Давай. Не прячь свои неудачи от родителей. Это пословица у нас, ребята, будет несколько уроков и на всю подружку. Я вам потом и на классном часе. Не прячь свои что-то плохое и то, что вас очень в душе томит от родителей. Хорошо, кладите мне сюда. Слушаем других. Идите сюда, говорили. Так. Не прячь свои неудачи от родителей. Мальчишки. Саша. Я вам помогу, если что. Ну-ка давайте, прочитайте нам пословицу. На что клад, коли в семье лад. На что клад, коли в семье лад, действительно. Мы только сейчас говорили об этом золоте. Замечательно. Садимся. Так. Складываем сюда. Так, хорошо. Ну, девчонки, идите сюда. Кристин, где там твоя команда? Идите сюда, давайте. Так, мальчики. Так. Читаем. Дерево держится. Громче. Чтобы наши гости слышали тоже. Дерево держится корнями, а человек семьей. А то свалитесь без семьи-то. Вот так вот. Дерево-то раз, корней нет, и свалилось. А семья-то какая? Поддержка, да? Вот. Молодцы. Как вы собрали? Как большие, какие пословицы. Ну-ка давайте складывайте. У мальчишек их там так мало, но их там самая большая она. Так, идите. Так. Встаем, кто там у вас так? Так. Показываю. Земля без воды мертва, человек без семьи, пустоцвет. Так, и теперь еще раз, и меня заинтересует, знаете, как пустое? Пустоцвет. Все знает нас, Димка. Ну-ка, давай. Еще земля раз. Без воды мертва, человек без семьи, пустоцвет. Пустоцвет. Складывайте на место. Умница. Самая большая пословица у вас. И вас поменьше. Молодцы. Так, хорошо, садимся. Ребят, вот тогда у меня к вам вопрос. Пустоцвет. Да? Как вы понимаете слово?
человек без семьи пустоцвет. Вообще, что такое в природе пустоцвет? Я немножко подсказываю. Никита. Это как цвета нету. Цвета нету? Это где? А что называют? Не цветет. Не цветет, цветок совершенно. Пустоцвет. Я считаю, ни запаха, ни красоты. Вообще, мертвый цветок. Я бы так сказала. Вот так и человек, ребята, без семьи, этот ничто и никто иной, как пустоцвет. Хорошо. Ну, теперь, ну, немножечко отдохнем. Чуть-чуть. Ну, поставим немножко. Так. Я называю слово. Маму назову, да, из вашего слова. Мама, так? А вы слова к этому слову. Слова. Какая ваша мама? И что вы с этим словом вообще у вас возникает в вашей детской голове? Мама, это... Это родной человек. Мама. Сразу, какое слово? Ну, какое? Доброе. Доброта. Мама, это доброта. Дальше. Любовь. Совершенно верно. Садимся. Так. Ну, мама. Милость. Милая. Мама, кажется. Ну, мама. Строгая, справедливая, аж два слова на двоих, наверное, на Заю сказала. Красивая, красота. Нежность. Нежность. Это тот человек, который подарил тебе жизнь. Ух ты, целое предложение. Тот человек, который жизнь подарил. Лучший друг. Лучший друг. Красивый человек. Красота. Умный человек. Умный человек. Ну? Все сказали слова, думаете? Ну, счастье. А? Счастье. Любовь в семье близким. Любовь в семье близким. Мама, да? Мама. Да? Да. Как запамятовал? Ну? Мама красивая, вообще. О, вот, вот так вот. Помогает. Замечательно. Всегда можно надеяться на нее. Батюшка, для вас мама. Слово. Мама это все. Мама это все. Вот так вот. Садимся. Вот так у нас батюшка с мамой. Вот так вот. Очень хорошо. Ну, а теперь, ребята, у нас с вами все-таки чтение, правда? Раз уж семья и я открываем книгу для чтения. Книгу для чтения. Итак, ребята, первый автор, с которым мы сегодня знакомимся в этом разделе, это Лев Николаевич Толстой. Итак, к югу от Москвы, недалеко от Тулы, ребята, есть, посмотрите, великолепный дворянский усадьба, который так и называется Ясная Поляна. А родился, жил великий человек, Лев Николаевич, посмотрите, вот портрет, Лев Николаевич Толстой. Родился он 26 августа 1828 году. Граф, папу не убил, граф Николай Ильич. А вот мама Мария Ильич, Попольская, когда замуж она выходила, приданная, как бы с собой принесла для своего мужа, для своей семьи. Это и была, посмотрите, Ясная Поляна. О нем мы будем говорить, о Вене Николаевиче, вплоть до 11 класса будете говорить. И вы так подробно узнаете о его жизни, когда вы будете чуть-чуть повзрослее. А сегодня посмотрите, ребята, на процессе доступа. Прямо один посмотрите. Ясная Поляна. Одно изображение. Вот живописное место. Рядом был, ребята, дремучий лес. И вот это живописное место, вот эта красота природы и то, что Лев Николаевич Толстой очень много общался с обычными, простыми людьми, наверное, поэтому стал замечательным, великим писателем, извините, которого знают во всем мире. Я вам уже рассказывала, что даже он для крестьянских ребятишек написал учебник. Помните, я вам говорила, учебники, чтобы им было почему учиться. А у нас, смотрите-ка сейчас, и учебники, каких только у нас нет, и интерактивные доски, и компьютер. Все для вас. Все для вашего учебы. И вот первые, ребята, посмотрите, были, да, Лев Николаевич Толстой, были. Прочитаем заголовок,
это были. Как называется, Жень, прочитай. Лучше всех. А что такое были? А при этом у нас есть словарик. Переверните листочек. Что такое были? Быль, что это такое? Только сначала себе прочитать, что в класс. Прочитать, конечно. Что такое, ребята, быль? Вот мы знаем басню, знаем мы с вами сказки, рассказы, стихи. А это быль. Быль, что это такое? Лиза, что это такое? Быль – рассказ о том, что было или бывает на самом деле. Совершенно верно. Не выдумка. Это то, что было на самом деле. Приготовились слушать. Рассказ небольшой. Очень важно. Приготовились. Я читаю. На улице в толпе заблудилась маленькая девочка. Бегает, кричит, ищет свою маму. Народ спрашивает у нее, какая же твоя мама? А девочка сквозь слезы говорит, разве вы не знаете? Моя мама та, что лучше всех. Вот такой рассказ. Понравился? Да. А сейчас вы прочитайте сами себе полголоса, и мы вас послушаем. Читай. Алёша, читай нам этот небольшой рассказ. Лучше всех. На улице в толпе заблудилась маленькая девочка. Бегает, кричит, ищет свою маму. Народ спрашивает у нее, какая же твоя мама? А девочка сквозь слезы говорит, разве вы не знаете, моя мама та, что лучше всех. Совершенно верно. Хорошо, Лёша, прочитал. Молодец. Ребята, скажите, как автор передал тревогу девочке? Давайте расскажите вот по этому тексту, что она действительно тревожится. Как автор передал тревогу этой девочке? Маша, давай. Она очень сильно плакала, переживала. Совершенно верно. А давайте мы найдем в тексте. В тексте. Ой, лучше Толстого разве мы скажем? Что вы? Ну-ка в тексте, Кирилл. Бегает, кричит, ищет свою маму. Вот, слова говорят, представьте себе, бегает, кричит, ищет свою маму. Совершенно верно. Ребята, давайте мы с вами рассказ-то маленький, а давайте попробуем проверим. Давайте попробуем. Ага, кто у нас здесь будет? Автор, кавычки, это слова, кого, Занару будет читать кто-то, да, давайте. И за слова самой девочки. Давайте попробуем. Да, давайте попробуем. Ну, кто у нас? Слова автора, иди, Кирилл, почитаешь слова. Так, иди сюда, иди, он маленький рассказ-то. Иди сюда, Кристин. Ты слова девочки, Плаксивой, да, которая такая беда случилась. Так, и слова мамы, Настя, сиди на месте. Давайте. На улице в толпе будет... Да, название. Чтобы вы запоминали. Лучше всех. Вот так. На улице в толпе заблудилась маленькая девочка. Бегает, кричит, ищет свою маму. Народ у нее спрашивает, какая же твоя мама? А девочка сквозь слезы говорит, разве вы не знаете, моя мама та, что лучше всех. Совершенно верно. Хорошо. Садимся. Молодцы. Ребята, а теперь я хочу, чтобы вы послушали стихотворение Лизы Розенковой. Она там есть листочек, она сейчас прочитает, она тоже готова показывать стихотворение. Послушайте внимательно это стихотворение. Давай, Лиза. Ночь тиха, под вердью звезды южные дрожат. Отче матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ярко, тихо светит взору озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слуха трепетный проник. А вот о какой матери, о какой... Садитесь. А вот о какой матери нам Лиза захотела сказать в этом, с этим стихотворением? О какой маме? Что это за мама такая? А? Что там? Ну-ка, Настя, что там? Это про слово коротко.
крутится. Садись, умница, ребята. Идем, давайте-ка мы сюда посмотрим с вами. Ребята, посмотрите на это, на эту великую маму, которая родила Спасителя всего нашего мира, Иисуса Христа. Посмотрите на ее образ. Сейчас я его открою, так немножко, чтобы не отвлекалась. Посмотрите на ее образ. Какая она скромная. Да? Видно, что заботливая, красивая. Правда? А посмотрите, как она смотрит на своего сына. Посмотрите, как она с любовью на него смотрит. Она была, Дева Мария, с ним везде, во всех страданиях. Она за него очень радовалась, когда он помогал людям. Она была везде. Она была с ним даже во время, тогда, когда казнили Иисуса. Тяжело ей было, как вы думаете? Я говорила, когда видишь страдания и муки своего единственного сына, мне кажется, это невыносимая боль. Как она перенесла? Она столько перенесла. Она потому что знала, что этим он спасет весь мир. Весь мир, нас с вами в том числе. И недавно, ребята, в нашем храме столько очень много икон с изображением Пресвятой Богородицы, своим сыном. И недаром весь православный люд чтит Пресвятую Богородицу и просит ее о помощи, стоя на коленях, прижимаясь к ее образу, со слезами, без слез, как угодно. Лишь бы только с молитвой, своими словами, если мы вдруг молитву забыли, лишь бы только помогла ему она. И она обязательно поможет, если это все идет из души и от сердца. Вы согласны с этим? Я согласна. Вот, посмотрите, от мамы Ивана Николаевича Толстого, от наших с вами, бежит с какого от с вами, нашего Богородицы. Идем дальше. А мы с вами идем дальше. Очень много ребят пословиц на роде у матери. У меня здесь вот идет, ну я все равно. Вот зато уже мама у нас. Хоть цветочек и песочек. Так. Итак, посмотрите, ребята. У нас цветочки. Вы же знаете, а скоро вообще весна? Завтра? Весна. Здесь очень много пословиц о маме. Ну давайте срывать цветик с мецветик, пятилистый лепесток, помните, как-то. Давайте читать эти пословицы о маме. Их так много, здесь букет нужен был, а не только вот эти вот маленькие лепесточки. Итак, выходим. Кто у меня сегодня еще не работал? Что какие-то вы прямые-то? Ну-ка, давайте вычитайте. Идем, Никита. Так. Ну, любой лепесток. Громко, четко и ясно. Материнская молитва со дна моря достанет. Действительно, и чудо. Вот только что мы поговорили о нашей Богородице, да? И именно эту пословицу, не зная где чего, Никита и срывает. Смотрите, этот лепесток. Еще раз. Материнская молитва со дна моря достанет. Вот, да. Мама за вас и молится. И за все. Так, дальше. Ну, Кирилл, иди. Так, давай, Данил, сейчас ты пойдешь. Ай, уйдем. Громко, я не слышу. Материнское благословение на воде не тонет, на огне не горит. Вот, смотри, вот действительно, вот чудо из чудес. Вот так, этот, или так это должно быть. Так, ну-ка давай, Данилка. Так, громко только, да, там первый раз, ничего. Один раз, два. Солнышки, его прямая
или добро. Совершенно верно. Так, давай. Люда, так. Нет лучше дружка, чем родная матушка. Так, хорошо. Так, дальше кто? Даша, отнесите. Давай. Давай, давай, давай. Так. Сердце матери лучше солнце греет. Сердце матери лучше солнце греет. Замечательно. Так, действительно. Ну, Саша, иди. Отца с матерью почитать, горе не знать. Совершенно верно. И память не изменяет. Пятый, наверное, заповедь говорит о том, что почитай отца и мать свою. Вот. А мы с вами учимся в православной гимназии. А продолжение знаете? И долголетен будешь на земле. И, батюшка, и будет вам. Дальше. Ну, крестим. Так. Маленькая рука моя. Ну, еще. Ну, давай читай сначала. Так, папа, читай. А потом еще раз. Маленькая рука моя, свеча не угасила. А теперь еще раз постарайся целыми словами. Тоже ее прочитал. Ребят, поговорите. Ты одна дочка. Свеча неугасимая, совершенно верно. Вот сколько, посмотрите, ребята, мы сегодня о семье пословицы, и о маме пословицы, их очень и очень много. И немножко вы уже подустали, я вам включу сейчас, смотрите на тракторную доску, немножечко мы сейчас отдохнем. Ничего нам никто не мешает. А даже я хотела уже карандашом уже сделать. Так. Вот. Я пришла на грани фантастики. Послушайте, ребята. Можете встать. Самый, да, покачаться. Самый да, послушайте. Нас как угодно. Все как угодно. Встаньте сам. Отдохните, отдохните. Пока. Ну чего, чего? Ну, отдохните немножечко. Ну, смотрите, вам даже родительки показывают. Ну, сверху, поднимайте, поднимайте руки, сверху, поднимайте. Ты ко мне присядешь на край, тихо мне шепнёшь, пора встать. Так, хорошо. Я глаза открою, и ещё понежусь чуть. Идёмте вон туда, идёмте туда, там, туда так плохо, и бар. Так, ну-ка. Дайте маме, бабка. Положите себя попробуйте. Я переживаю сердце, цветы для мамы, цветы для мамы. Я сегодня с трепетом несу. Так, ну так, ну так, ну так. Тебя люблю, ты не рад. Цветы для мамы, цветы для мамы.
смотрите. Успокаивайся, дыши правильно. На них лежит хрустальная краса. Цветы для мамы. Я думаю, что первые цветы, которые появятся совсем скоро, будут все для них любимых, дорогих, для бабушек, для сестер, для девочек, для всех женщин. Как две слезинки. Замечательно. Замечательно. Итак, ребята. Ну вот, посмотрите. И поплясали немножко, да? И отдохнули. И если я сейчас посмотрю в ваши глаза, где они? Глаза. Вот, посмотрите. Уже не те глаза, которые были в начале урока. Уже глаза совершенно другие. Женя задумался, глаза задумчивости. Да. Девушка наша как улыбается, чего-то вспомнила. Глаза уже наполнены действительно воспоминаниями, что у вас есть мамы, бабушки, сестры. Целая семья. Итак, ребята, ну мы с вами... Вот я взяли домашнее задание. Да? Мы завтра, ребят, перейдем к колыбельной. У нас будет тема колыбельные песни. Что такое колыбельные, мы с вами узнаем. Как их поют, я вам постараюсь тоже спеть колыбельную песню. Но вы дома, смотрите на меня, вы дома обязательно приготовьте, спросите у родителей. Какую колыбельную вам пели ваши мамы в детстве? Или запишите, или выучите наизусть. А может, кто-то напоет, кто знает, какие таланты. Хорошо? То есть колыбельную приготовить. И я уже завтра, ребята, скажу, будем начинать делать в вашей семье генеалогическое дерево. А что это такое? Я скажу вам завтра. Хорошо, теперь мы заканчиваем наш урок. Я подвожу итог. На меня смотрите. Тема нашего сегодняшнего большого урока, раздела, как называется, Данила, выражайте. Семья и я. Семья и я. Хорошо. А какой рассказ, ребята, «Быль», вы сегодня читали книгу перед вами. «Быль», Маша. Как это «Быль» называется? «Быль» называется? Лучше всех. Он может посадить. А кто, ребята, написал эту «Быль»? Кто написал? Лев Николаевич Толстой. Даже запомнил, как зовут. Лев Николаевич Толстой. Ну, как настроение? Хорошее? Ну, а теперь берем наши смайлики, как вы, мы их с вами тут называем. Вот смотрите, я у нашего солнышка все, что мы угадали, а сейчас дорисую, да, все слова я убрала. Прошел урок. У кого-то настроение, может, ухудшилось, у кого-то оно улучшилось. Вы берете тот... ту курточку, с вами как это все называем, курточку нашу, да, и как у вас сейчас настроение, если у вас грустное настроение, так какой был, такой он был, а вы берете, у которого ротик опущен, не весел, у кого хороший, как у меня настроение, вы берете в руки, идем сюда, я у меня столько нет, я вам немножко, будем на план пластилинчик, ничего лучше, ну так, чуть-чуть, и приклеивать вот так, лучики приклеивают, да, не на сердечки, не на деревья, как мы это делаем, а вот сюда. Ну, идем, выходим, все, на берете ошибку, немножечко, и к любому. А мы посмотрим, чего нам не будет. Ну, отщипнули?
с той стороны и прикрепим. Камон! Нет блинов у нас. Мама нам это еще не напекла. Да, все, и уходим. Уходим, конечно. Так. Уходим. Так. И уходим. Уходим. Вот. А вон наверх. Так. Вот, ходим, так, прям не знает, правда, наверное, не достает, и они около, друзья же, друзья надо что-то обязательно, рядом. Прекрасная. Нет. А я подумала. Да, вот, 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 вот. Так. Ну, такой у нас получился, солнышко. Все. Садимся. Все. Ну, так, молодец, Люд. Давай, давай тут. Во. А Настя? Настена? Давай. Мам, где? Она тебя никуда не хочет поднимать, да? Ну-ка, давай, Настя. Куда ты хочешь? Сюда? Давай. Давай сюда. Вот. Вот. Все. Опа, как ли. Итак, смотрим сюда. Сюда смотрим. На меня внимание. Чем мы начали? Чем мы заканчиваем? Этим солнышком. Но мне только хочется сказать. Я очень рада, что у нас такое чистое, лучезарное, ясное, все желтое, замечательное. И мне очень хочется, чтобы это солнце не омрачало, не обычно. Не омрачали, чтобы оно не затухло. Не своим озорством, да? Не своим каким-то плохим поступками. Дарите мамам цветы, просто цветы все. И солнышко согревает своими ручками. Все, наши ручки. Встаем. Ура, покончим. Все. Повернулись. Да, мы сейчас, следующий у нас будет урок. Математика. Читаем молитву. Ребята, вам урок понравился? Да. Ребята немножечко скованы, Нина Викторовна. Чуть-чуть вот как-то они... это, да? Ну тут же камера, телевидение. Ну молимся. Все. Отче наш. Молитвами сюда хотят наших Господи Иисусе Христе Божий, помилуй нас.